В начале месяца самарцы открыли курортный сезон с водными процедурами, но не успели насладиться теплом, как вновь пришлось доставать теплые куртки. Погода в средней полосе России не устает удивлять и продолжает бить рекорды. Впрочем, специалисты к капризам погоды уже привыкли. Аномальной погоду эксперты не называют, но то, что произошли некоторые изменения, не спорят. Например, 10 лет назад грядущую погоду в Самаре можно было определить, просто посмотрев прогноз погоды в Москве. Воздушные массы проходили через центральную европейскую часть страны. Что касается этого года, неожиданное потепление в начале месяца произошло из-за перемещения сухого казахстанского воздуха. А последующее за ним похолодание – фактор вполне типичный для середины весны. Циклонические образования с Атлантики достигают берегов Волги, поэтому у нас вот происходит такое чередование периодов относительно теплой погоды и достаточно прохладной. Более прохладные воздушные массы, они проникают вглубь материка, и с большими скоростями, когда они проникают сюда, то не происходит их трансформация. Когда поступает постепенно, то он, продвигаясь по надземной поверхностью, воздух прогревается, а когда он перемещается с достаточно большими скоростями, то он вот как был прохладным, так и достигает берегов Волги. В целом российский климат, и в частности климат Поволжья, долгие годы вызывает споры в профессиональном сообществе. Одни придерживаются мнения, что уже в обозримом будущем средняя полоса станет похожа на пустыню. Другие уверяют, в Самаре установится влажный климат, а о засухах будут лишь вспоминать. Пока эти полярные точки зрения высказывают лишь на уровне экспертных дискуссий. На деле же последние несколько лет в регионе наблюдается потепление. Резкий перепад температуры, соответственно, изменение климата наблюдалось в конце 50-х годов прошлого века, когда открыли Куйбышевское водохранилище. Зимы стали мягче, а лето теплее. В начале 2021 года на международной арене вновь забили тревогу и возобновили разговоры о таянии полярных ледников. К счастью, они тают медленнее, чем ожидалось, потому что они тают, вода идет в океан, уровень океана повышается, соответственно, океан больше тепла поглощает, увеличивается площадь поверхности океана и его контакта с атмосферой, а на нас это сказывается вот через циклоны и антициклоны. И есть модель, что если вот льда растает много, почти весь в Ледовитом океане, у нас вот радуется, Северный морской путь откроется, но он распреснится, и возможно, что Гольфстрим повернет обратно, не будет втекать в Ледовитый океан, и тогда начнется оледенение с севера. Последствия природных катаклизмов пока не находят отражения в повседневной жизни. Однако уже сейчас мы можем наблюдать, как на колебания температур влияет выброс в атмосферу вредных веществ с промышленных предприятий. Отчего, по утверждению экспертов, в городах теплее, чем за их пределами. 2 годами ранее отечественные ученые заявляли о смещении климатических полос. По их прогнозам, в Самару должен был прийти черноморский климат. Пока этого не случилось, но подобную возможность никто не исключает. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.